Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали в мебельный район, в Икею. Айхан раньше не был в Икее. И, друзья, здесь продаются настоящие шведские счет-хакер. Кёфты по-турецки всего за 8 лир огромная порция. Поэтому пойдемте посмотрим. Вот она, Икея, друзья. Стульчики по 50 лир. Здесь очень много всего предметов интерьера. Лампа всего 15 лир. Мы ее обязательно купим. Кстати, название Икея, друзья, Икея состоит из начальных букв основателя этой фирмы, Ингвар Кампрант, и его города, где 8 он жил. 8 лир, вот такая вот тарелочка кёфте и свеч кёфте табавы. Здесь продается и самон. Суп почем? Суп по 4 лиры. Биштекс 17. И есть с рыбой, с курицей и с котлетками. Сработает с 10 до 23. Взяли мы вот такой вот желтенький пакетик. И сейчас пойдем шопиться. А вот схема магазина Икеи в Анталии. Вход. И здесь уже идут и спальни, и салоны, и детские комнаты. Посередине находятся туалеты, ресторан, кафе. Ну и дальше уже домашний текстиль, все для ванны, всякие разные коробки, освещение, скидки. В номере 21 скидки. Ну и уже далее вы проходите на кассу. Месель Айханбак Букадар Некадар Бюле. Например, сколько стоит у нас этот набор? Стоит он 4000 лир. Сёдер Хам называется. И все названия Икеи, мебели и всего происходят от названия шведских городов. Например, в Швеции есть такой город, называется он Сёдер Хам. Это тоже, видите, из серии Сёдер Хам. Здесь у нас Кивик и также по названию одного из шведских городов. В общем, друзья, здесь просто красота. Просто можно взять и жить в Икее. Айхан, и в Икее, кстати, такой концепт здесь, что здесь можно везде сидеть, лежать, пробовать. Айхан, сам дилеми самуну? Икея, да, наверное, да, истер, суно тура билирсен, я та билирсен. Харшей докона билирсен. Можно все сидеть. Спать будешь? Ну хорошо, я пошла дальше. Здесь продолжаются гостиные. 12,99. Друзья, вот такая вот подушечка стоит всего 12. А, нет, не подушка, а наволочка. Всего 12,99. Сейчас мы попробуем. Дома. Ой, класс. Когда будем менять мебель, обязательно куплю вот такие вот диванчики. И серые, конечно же, серые. Сколько он у нас стоит? 1500 лир стоит такой диван. Такой угловой стоит 3299 лир. Вот эти стулья, кстати, шведские, очень удобные. Они есть во всех домах истинных шведов. В них очень удобно смотреть телевизор. Бывают они разных цветов. И стоят они 700. А еще вы можете прийти в магазин без метра. Видите, здесь вот такие есть бумажные метры. И можно взять карандаш. Здесь уже пошли стулья. Торсби. Стул. Стулья, столы. В общем, самая модная и современная красота. Вот такие вот стулья. 289 лир, 519, 199. Вот такие вот интересные пластиковые стульчики. Здесь начинаются кухни. Давайте выберем же кухню себе. Мне очень нравятся минималистичные и темные кухни. Например, вот эта кухня очень мне бы подошла. Тут совсем малепусенькая кухонка. Смотрите, для очень маленькой квартиры, для квартиры-студии, спальня, туалет. Айхан, кычуку дайре гивидельме?
гостиная. 25 метров, когда? Чок гюзель, а? Эхо не персон. Калак гэджи. Чок гюзель, да или? Так, Эхан что-то нашел. Ой, какой интересный стульчик, ага. Некадаро, арка, да? Амараты. А, говорит, что неудобный. Винно. 519 лир. А, это для компьютеров, видите? Удобные такие подушечки для компьютеров. Стоят 50 лир. Здесь спальные комнаты. Очень классно. Ванна, туалет. Ну и сейчас выберем. Я люблю все минималистичное, в стиле модерн. Вот эта спальня классная. Вот это мне бы подошла. Но очень много столов. Сейчас Айхан будет пробовать кровать. Насыл гизельмы? А вот еще один пример квартиры. Заходим и попадаем сначала в гостиную. Ой, мои любимые цвета. Серый, желтый. Здесь находится вход в квартиру, гардеробная. Здесь кухня. Здесь что? Туалет, ванна. Здесь детская комната. И идем дальше в спальню. Очень классная квартира. Сколько метров? Сколько метров квадратных у этой квартиры? Наверное, метров 50. Ну, в общем, выглядит очень-очень здорово. Здесь детские комнаты, всякие разные мягкие игрушки, детские кровати. Ну, в общем, все для детей, все самое веселое, яркое. И красивые шведские котлетки. Посмотрите, сколько здесь мягких игрушек. Ну, например, вот такой песик. Даже цены не вижу здесь, сколько он стоит. Цен нету. Ну, вот, например, такая штука стоит 42. Вот такие вот здесь тележки для подносов. И здесь, друзья, селф-сервис. Почему-то начинается все десертов. Начинается все. Вот так вот выглядит наша тележка. Можно взять салат 13 лир с семгой. Шведские котлетки. Биштекс. И детское меню. Вот эта вот вся еда нам обошлась в 48 лир. 4 лиры безлимитные напитки. Вот такие вот кёфте. Салфеточки, конечно, бесплатно. Потом хлеб 1 лиру. И что-то вот они здесь взяли за 10 лир, какие-то турецкие вкусняшки. Ну что, мы покушали. Видите, здесь даже вот для этих сумок, в которые вы складываете свои покупки, их можно вот сюда вот повесить. Ну а теперь идем в отдел декора. Вот такие вот аксинген. Это у нас полотенце. В общем, полотенце. Здесь представлены. Вот эти вот лампы, кстати, я смотрела. Они были по сколько? По 10 лир? А, нет, 49, но я видела такие же по 10 лир. Представляете? Вот так вот можно украсить, например, свой балкон. Очень много здесь разных тарелок, посуды. Ну, например, вот такие вот тарелки я покупаю в Шоке, турецкая марка Бюрал Порцелин по 4 лиры. Поэтому не все здесь, конечно, дешево, но много всего, конечно, интересного и необычного вот для дома. Всякие разные кружечки. Кружечки почем? Здесь по 5, по 4, по 8 лир. Вот такие вот по 12.
наборы стакана. Ну, в общем, кому нужно что-то типа этого для дома, можете смело сюда приходить. Здесь начинается текстиль и различные подушки. 22 лиры вот такая вот стоит. Но такую я, кстати, покупала за 9 лир в магазине Тахта Калева Лани. Поэтому текстиль здесь, ну, как мне показалось, достаточно дорогой. Поэтому смотреть текстиль подробно, я думаю, что я не буду. Покажу вам только вот такие вот наволочки. 19 лир, 24. Ну, для наволочек достаточно хорошие цены. И самое главное, что здесь просто огромный выбор, каких хотите наволочек на декоративной подушке. Здесь все для ванны. Полотенца. Очень классно, смотрите, вот там вот наверху они прям висят по цветам. Также половики на пол. 44 лира вот такой вот стоит. Начинается все для хранения всего. Всякие разные коробки, корзинки. Ну и, конечно же, самое красивое — это вот такие вот. Ну, вот такой вот шкаф, например, 409 лир. Ну, кстати, недорого. И вот такие вот корзины, но цены я на них не вижу. Вот они, эти корзины, стоят 59 лир. Но недорого, достаточно приемлемые цены. Я вот такие вот классные коробочки для хранения. Всего по 19 лир разных цветов. Красные, белые. Вот такие вот есть красивые цветные. Есть зелененькие. В общем, очень здорово. Я подумаю, что мне нужно. И в следующий раз, конечно же, я себе что-нибудь куплю. Ну и, конечно же, вот такие вот шикарные плетеные по 60. Вот эти вот ящики я искала и очень хотела. 54 лиры. Ну, мне кажется, как-то дороговато, нет? 54 лиры. Но они такие массивные, достаточно тяжелые, даже не поставить одной рукой. Для переезда, для офиса. Вот тоже такое интересное. 49 лир 4. Но, кстати, не очень много ярких цветов. Может быть, на той стороне. Сейчас посмотрим. Но что-то как-то темновато. Ну, а здесь уже представлено освещение. Вот такая вот лампа, например, стоит 159 лир. Но я все-таки хочу найти вот те лампы по 14 лир, по-моему, они были. Мне кажется, не знаю, что это могут быть за лампы. Здесь какие-то детские лампы. А там была прям настольная лампа. Эти лампы тоже, кстати, классно, вообще очень красивые. Вот это истинно скандинавский дизайн, конечно. 42, 159. И по 14 лир, получается, это вот эти вот лампы. Совсем, конечно, они веселые, скажем так. Выглядят вот таким вот образом. Полностью пластиковые. Посмотрим, как они смотрятся. Вот эти вот лампы, друзья, по 14 лир. А еще вот такие вот классные лампы. Достаточно большие, стоят они всего 9, непонятно, Эмма Реголит, непонятно, сколько она стоит, вроде 9 лир она стоит. Вот такая вот лампа Реголит, да, Реголит стоит она всего 9 лир. Видите, такая достаточно большая, интересная, поэтому можно найти что-то и по нормальным ценам. Здесь вот такие вот, например, серые лампы. Очень красивая настольная лампа. 27 лир. Очень дешево. Смотрите, 27 лир. Но это, наверное, только вот этот вот, как он называется-то? Кокошник, в общем, на лампу. А сама лампа, мне кажется,
А, сама лампа, видите, 55 лет, все сборное. Кто хочет иметь дома что-то современное, вот эту вот лампу создал Маркус Арвонен. И смотрите, она из бумаги, вот такие вот цветы, поэтому, друзья, стоит она 209 лир, а побольше стоит 369 лир. Поэтому смело вырезайте цветы дома, сажайте вот на такие штуки, и будет у вас классная лампа, похожая на, не знаю, какой-то пушистый шарик. Но это дизайн, а дизайн стоит дорого. Так, а теперь мы пришли еще в одно мое самое любимое место. Это ковры. Но ковры мы смотреть не будем. Ну, давайте посмотрим хотя бы пару штук, потому что ковры у меня уже есть, и мне неинтересно их смотреть. Ну, достаточно хорошие цены. Смотрите, вот такой вот огромный ковер. Всего 139 лир. Очень даже приемлемые цены, если честно. И цветов здесь огромное количество. Вот такие вот ковры, например, на балкон. 389 лир. Слушайте, вот такой вот ковер, например, тоже Мария Винка, известный дизайнер, стоит 1499, а рядом с ним ее же ковер стоит 159 лир. Серые ковры. Я искала себе такой. Очень люблю вот такие вот мягкие коврики. Ну, здорово. Недорого, очень даже вот такие дорого. Вот досточки, если вы занимаетесь рукоделием и вам нужны, например, фоны для того, чтобы фотографировать, можете купить, например, вот такие досточки. А нам нужна в офис вот такая вот штука. В общем, сейчас буду выбирать. Здесь также представлено большое количество картин, зеркал. В общем, очень много рамок. Здесь пошли свечки, подсвечники, искусственные цветы. Вот, кстати, что я хотела, искусственные цветы, но я уже справилась, если честно, своими силами. Я хотела купить вот такую вот травку. Сколько она стоит, такая травка у нас? Ну, 18 лир, кстати, недорого. И очень много свечей. Прям запах такой стоит, друзья. Пахнет и клубника, и ванилью, и чем только здесь не пахнет. И цена на свечи 9 лир, 13. Ну, я бы не сказала, что это дешево, просто сжечь и все. Но для тех, кто любит вот такие вот, например, ванильные свечки. А еще здесь продают какие-то шведские вкусняшки. Говорят, по крайней мере, что это шведское. Шоколад. Пепперкакор. Шведские печеньки с, как он называется, с перцем. Очень много. Видите, их обычно продают на Рождество и на Пасху, но сейчас не Рождество и не Пасха. И стоят они 19 лир. Сейчас не Рождество и не Пасха, но стоят 19 лир. И здесь еще есть брусни... Нет, какая-то салса матча. И есть различные варенья, наверное. Ну, в общем, сами придете и все посмотрите. Айхан, насыл маза. Маза гюзель, ама чок бюк я. Бэлё маз. Юрулдум. Чок бюк. Чок бюк? Эвет. Айхан говорит, что это очень большая Икея. Но на самом деле эта Икея небольшая, а достаточно маленькая. И выбор товаров не такой уж и большой, как и был. Очень большой. Как я видела в других Икеях. Небольшой, маленький. Поэтому, если вы хотите что-то интересное, очень приезжайте. Очень большой чок бюк. Цены от очень низких до высоких. В общем, больше всего, что нам здесь понравилось. Майкл Джексон. Нам понравилось кушать. Айхан. Икея дайен гюзель емек, башка хороший стандарт. Нам понравилась еда, поэтому если мы сюда приедем, то только покушать. Выходим на улицу, а здесь просто сауна. В Алании такой жары нет. Алания добылись джак-йог.
В Алании чуть бетон Var. В Алании нет такой жары, это просто ужас. Дышать нечем. Надо купить. Хадиатла. От бетона прям парит жесть. В общем, едем обратно в Аланию. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Приезжайте в Икею в Анталийскую. Ну, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.